Для меня большая честь выступать перед такими профессионалами в продажах. Я сейчас поставлю свою презентацию. Технология Tesla Hyperlight. Разверните только экран. На полный экран. На полный экран, да. Ну, я думаю, что все вы понимаете, насколько важно для человека зрение, да, ведь до 90% информации мы получаем с помощью зрения. Поэтому понятно, почему нужно максимально беречь, да, сохранять эту функцию человека. Ну и давайте посмотрим, какие есть угрозы для нашего зрения. Ну, во-первых, это солнце, да, его офф-излучение ультрафиолетовое и вообще интенсивный свет солнца любой длины волны. Но есть гораздо более серьезная, более сложная проблема – это устройство, вернее, свет, синий свет устройств, с которыми мы контактируем целый день. Это цифровые устройства, цифровые технологии, которые нас окружают и на работе, и дома, и с которыми мы проводим все больше и больше времени. Это экраны смартфонов, телевизоров, планшетов, компьютеров, да, наших телефонов, которые излучают синий высокоэнергетический свет, причем до 40% больше по сравнению с естественным солнечным светом. И обратите внимание, по данным статистики, только 1% не применяет цифровую технику каждый день. А треть из нас проводит за этими устройствами практически от 6 до 9 часов в день. Чем это опасно? Ну, во-первых, синий свет снижает четкость изображения. Имея более короткую длину волны, он фокусируется перед сетчаткой и делает картинку менее четкой, а следовательно заставляет нас напрягать глаза. В результате мы получаем утомление глаз, усталость глаз, да, головные боли, повышение внутриглазного давления. Да? И все это, конечно, ведет к развитию глаукомы. Далее, коротковолновое фиолетовое и синее излучение различных гаджетов обладает высокой энергией, которая может серьезно повредить сетчатку глаз, особенно центральное пятно, да, макулу сетчатки, которая отвечает за остроту зрения, и тем самым вызвать ухудшение зрения вплоть до развития слепоты. Не зря международный стандарт на офтальмологическую оптику ISO 13666 определяет синее излучение как наиболее опасное для глаз. Кроме того, синий свет экранов гаджетов подавляет выработку такого важного гормона, как мелатонин. А мелатонин отвечает за очень много функций в организме, в том числе за качественный сон. В итоге мы получаем нарушение сна и сбой наших биологических часов, да, так называемых циркадных ритмов. А кроме того, мелатонин обеспечивает не только качественный сон, но, например, активное состояние иммунитета, то есть профилактику различных заболеваний, в том числе онкозаболеваний. Мелатонин обеспечивает снижение сахара, холестерина в крови, да, а это уже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Мелатонин обладает антиоксидантным эффектом, а это замедление старения. Не зря врачи постоянно повторяют нам, что качественный сон – это важнейшая часть здоровья человека. Итак, давайте посмотрим, к чему приводит воздействие синего света экранов различных цифровых устройств. Значит, в краткосрочной перспективе это дискомфорт со стороны глаз, да? Напряжение глаз, боль, усталость, резь в глазах, сухость глаза, очень широко распространенный синдром, да, сухости глаза, снижение остроты зрения. Головная боль, раздражительность, далее боль в шее и плечах, нарушение сна, сложность сконцентрироваться, в конце концов нарушение памяти, да, и внимания. В долгосрочной перспективе уже более серьезные осложнения. Это и стрессовое расстройство, и депрессия, это высокое артериальное давление, это за счет снижения выработки мелатонина ожирение, сахарный диабет.
повышение внутриглазного давления, да, та самая глаукома, дегенерация сетчатки, катаракта, ну и в конце концов старение кожи вокруг глаз, да, потому что мы напрягаемся и у нас появляются морщины. Но мы не можем прекратить работать с цифровой техникой, да, за ней будущее, она нам нужна для того, чтобы быть эффективными. Но мы можем предложить самое лучшее, как всегда, самое лучшее решение от компании Ceptor. Это очки Tesla Hyperlite, которые являются, по праву являются новой эрой в оптике. В основе этой замечательной технологии лежит открытие, удостоенное в свое время Нобелевской премии по химии, открытие молекулы фуллерена. Молекула фуллерена – это углерод, третья природная форма углерода. Молекула фуллерена имеет идеально симметричную структуру и постоянное вращение 18 миллиардов раз в секунду. И линзы очков Tesla Hyperlite как раз и содержат покрытие, в основу которого интегрированы молекулы фуллерена. То есть помимо водо- и жироотталкивающего открытия там, с антистатическим компонентом, помимо открытия, обеспечивающего антибликовый эффект, помимо жесткого слоя, который предупреждает, обеспечивает защиту от царапин, очки, линзы очков Tesla Hyperlite имеют фуллереновый слой с обеих сторон линзы. Давайте посмотрим, как фуллереновые линзы преобразуют свет. Когда луч света проходит через эти линзы, фотоны света взаимодействуют с молекулами фуллерена и приобретают их идеальную симметрию. В результате свет становится гипергармонизированным. Его фотоны выстраиваются в четко упорядоченную, идеально гармонизированную структуру, которая называется тороид Теслы. И которая имеет структуру в соответствии с законом симметрии, основным законом симметрии, законом Фибоначчи. Такой свет идеально подходит для определенных биологических структур нашего организма, которые структурированы подобным же образом по закону Фибоначчи. Поэтому такой свет полезен для глаз и полезен для нервной системы. Ведь глаза – это не часть лица, это часть головного мозга. Таким образом, фуллереновые линзы, как они работают? Они блокируют ультрафиолетовое излучение. Они преобразуют вредные, высокоэнергетические части спектра света, это фиолетовый и синий, в комфортные и безопасные желтые, красные, зеленые части спектра. И как пример, посмотрите, например, вы видите слева на диаграмме солнечный свет без очков Тесла, да? Мы видим очень интенсивный спектр и в синей части, и во всех остальных частях спектра, во всей остальной части видимого спектра. И справа диаграмма очки, спектр Солнца через очки Тесла. Мы видим, что полностью убран ультрафиолет, минимально синий и снижена интенсивность всех других частей видимого спектра. А вот это наш телефон, да? Это свечение экрана телефона, с которым, ну, мы не расстаемся весь день. Без него мы только когда спим, да, и то где-то рядом лежит. Так вот, посмотрите, сколько синего в спектре света экрана телефона, да. И с очками Тесла справа мы видим, насколько снижается, насколько убирается вот этот вот опасный синий фиолетовый свет от экранов телефона. Далее, белый светодиодный свет, да, те лампы, которые, в принципе, везде, в офисах, в аэропортах, в торговых центрах, да, белые светодиодные лампы, в которых, посмотрите, сколько в этом белом светодиодном свете, слева на диаграмме, сколько синего, вредного для глаз света. И справа, в очках Тесла, посмотрите, совершенно другая картинка, да, мы полностью убрали вредный для глаз синий фиолетовый свет. Я уже говорила, что
линзы очков Тесла, гипергармонизированный свет, очень хорошо влияет и на активность головного мозга. И это подтверждено в исследованиях, в которых было доказано, что под действием очков, под влиянием очков Тесла, нейроны начинают лучше взаимодействовать друг с другом, да? Улучшается синхронизация различных частей, различных отделов мозга, и все это приводит к ускорению процесса центральной обработки информации. А так как быстрее обрабатывается информация, то решили посмотреть, как это влияет на скорость принятия решений. И опять же исследование показало, что испытуемые, которые носили очки Тесла, испытывали меньше стресса, что помогало принять решение, быстрее реагировали и, что самое главное, принимали правильное решение. Да? То есть увеличивалась скорость и качество принятия решения. Поэтому люди, которые используют очки Тесла, Hyperlite, могут лучше распознавать неожиданные ситуации, которых очень много, да, все, кто бывает за рулем, знают, как много бывает таких ситуаций на дороге, и могут принимать более правильные решения. Далее было проведено исследование о влиянии очков Тесла на уровень основных гормонов организма. Да? И было выявлено, что когда мы носим очки Тесла, у нас увеличивается уровень дофамина и серотонина. Поэтому вот это в последнем отзыве женщина за рулем, она и говорила, у меня хорошее настроение, не знаю от чего. Да потому что мы увеличили уровни серотонина и дофамина, да, в ее крови. Не мы, а очки Тесла. Далее отмечается снижение уровня кортизола, да, а это гормон стресса, и это понятно, это очень важно для организма. Нормализуется уровень мелатонина, как раз вот тот важнейший гормон, который нам нужен, да. Нормализуется соотношение мелатонин-серотонин. Поэтому неудивительно, что все участники исследования сообщили о снижении тревожности и значительном улучшении качества сна. Таким образом, очки Tesla Hyperlite – это защита глаз, это профилактика различных проблем со зрением. Они снижают нагрузку на глаза и их утомление. Они обеспечивают более четкое зрение. Они оптимизируют функции мозга, нормализуют сон, улучшают настроение, да, и содействуют более быстрому и более качественному принятию решений. То есть эти очки помогают нам быть более эффективными, более продуктивными и при этом сохраняют наше здоровье. Очки Тесла – это совершенно универсальное решение. Это ваша надежная защита и на работе, и на пляже, и за рулем, и на прогулке. Кроме того, очки Тесла – это стильный аксессуар, да? Посмотрите на этих девушек, да? И любой человек может выбрать из широчайшего модельного ряда ту модель очков, оправы, которая больше всего подходит ему. Но если вдруг не удалось, да, выбрать модель, или вы очень любите именно свою оправу, то есть дополнительная возможность – это линзы Tesla Hyperlite. Прекрасная возможность для тех, кто хочет носить фуллереновые линзы в своей оправе. Диаметр линз 70 мм, который позволяет вырезать стекла под любую оправу, да, которая есть на рынке. Линзы доступны в двух версиях с различной степенью затемнения. Это линзы с затемнением 30%, они подходят для работы в помещениях, да, перед телевизором, компьютером и так далее. И линзы с 70% затемнением, которые предназначены уже для использования вне помещения. Обрезку этих линз по размеру ваших любимых оправ можно произвести и установку в любых салонах оптики. Итак, почему именно очки Tesla Hyperlite? Потому что, когда вы носите эти очки, вы будете более здоровыми, вы будете более умными, вы будете более красивыми,
потому что уйдут все эти морщинки вокруг глаз, да, эти так называемые гусиные лапки. А если вы будете более здоровыми, более умными и более красивыми, то вы, конечно же, будете более счастливыми. И я вам всем это желаю. Спасибо большое за внимание, у меня вся информация.